И Клоппе славится неуемным характером и совершенно фантастической физической готовностью. Неоднократно отмечалось. Смотрите на Клоппа, как будто он сбросил какой-то хомут. Посмотрите, это подача. Сейчас будет Милнера. Потеря, вроде бы неловко играет Сталич и делает пас на Милнера. Миллер подает и бьет поворотом практически по пустым Ловрен. Как бы отыгрывались за все грубейшие ошибки, которые допустили центральные защитники Ливерпуля в начале матча. 4-3. Если Ливерпуль дотерпит, это будет спортивный подвиг. Подвиг. Все буквы заглавные. Фантастика, но это еще не финал. Боруссия очень сильна. И нужно дотерпеть теперь Ливерпулю. А Боруссия пала. Ну, пока еще не пала. Нет, нельзя так говорить. Ни в коем случае. Еще впереди. 3 минуты. Наверняка 3 минуты. И сейчас пойдет уже Боруссия вперед. Каутиньо с мячом. Каутиньо падает. Боруссия имеет последний шанс, чтобы уйти от поражения. А это значит ничья в пользу Боруссии. И вот этот шанс, смотрите, все написано на лицах. Удар ворота. Мимо. А это значит, что все. Ливерпуль выходит в полуфинал. Это подвиг. Друзья мои, мы с вами видели то, что удается видеть раз в 100 лет. Это фантастика. 0-2, 1-3, 4-3.